Мамочка, присмотри за моим папой. Президент, в чем дело? Пока ничего не нашли. Жан Бинь уже приходил в банк Юнфэ, и они снова его отпустили. Похоже, он причастен к этому делу. Ачунь, подготовь машину. Понял. Здравствуйте, это резиденция Чугун. Здравствуйте. Это шанхайская частная бизнес-школа. Я консультант факультета телекоммуникаций. Простите, не могли бы вы позвать Чуанянь? В данный момент она принимает душ. Не могли бы вы помочь мне связаться с ней? Передайте, чтобы она зашла в мой кабинет. Хорошо. Кто звонил? Жень Хаомин? Это господин Лин Фэн из бизнес-школы. Он просил госпожу Жуань зайти в кабинет. Неплохо, ты поступила верно. Не забывай в будущем всегда так говорить. Скажи Тянь-Тянь зайти в бизнес-школу, а затем вернуться сюда. Поняла. Покупайте ткани, покупайте фонарики! Покупайте ткани, покупайте! Покупайте! Президент, пройдите здесь пару улиц вниз, и вы выйдете к дому Жуань. Что я только что услышала? Жень Хаомин вышел из своей машины? Мне не показалось? Может, это совпадение? Бабуля, я вспомнила, мне нужно по делам. Оставь посуду там, я помою, когда вернусь. Даже за обедом куда-то торопится. Может быть, что-то случилось? Кто здесь?
Здравствуйте, кто вы? Здравствуйте, бабушка. Кого-то ищете? Я ищу Жуань-Жуань. Вы, наверное, друг Тянь-Тянь. Прошу, входите. Хорошо. Должно быть, Джин Хаомин снова ищет отца. Но в банке Юнфа сказали, что он уехал в Бэйпин. Я надеюсь, он скоро поймет, что отец не причастен к проблемам банка. Но сейчас я не могу позволить ему увидеть меня. Иначе личность Анянь будет раскрыта. Я не могу ее подвести. Господин, выпейте воды. Она горячая, поставьте. Спасибо. Вы учитель из школы Тянь-Тянь, да? Тянь-Тянь всегда говорит мне, что преподаватели в ее школе всегда одеты с иголочки. Бабушка, вы не поняли. Я ищу Жуаньбиня. Вы ищете Жуаньбиня? Значит, вы его коллега из банка? Что случилось в банке? Вчера сюда пришли двое людей. Сильно барабанили в дверь, но так ничего и не сказали. А потом тут начали обшаривать все в поисках какой-то вещи. Очень сильно меня напугали. Бабушка, я прошу прощения за вчерашнее поведение моих коллег. Не извиняйтесь, вашей вины здесь нет. Итак, чего вы хотели? Бабушка, я расскажу вам, что произошло. Господин Жуань забрал бухгалтерскую книгу. Но сейчас он в Бейпине, а нашему банку она срочно нужна. Не поможете ли найти ее? Всего лишь книга? Да. Вы должны были сказать это раньше. Видите ли, наш Жуаньбинь любит брать часть работы домой. И затем работать до поздней ночи. Я отведу вас в его комнату. Если книга здесь, то мы точно ее найдем там. Идем. Спасибо. Проходите сюда. Вот. Это комната Жуаньбиня. Подождите здесь, я помогу. Здесь одна одежда. Давайте посмотрим в его столе. Господин Жуань знает английский? Наш Жуаньбинь очень любил учиться в молодости. Он всегда говорил мне: «Мама, я буду усердно учиться. Когда вырасту, то сделаю так, что ты ни в чем не будешь нуждаться». Вы знаете, все матери зависят от своих детей. Мы счастливы, пока все члены семьи здоровы и счастливы. Это то, что вы искали? Нет. Тогда давайте подождем, пока Жуаньбинь вернется и поможет нам найти ее. Хорошо, давайте. Бабушка. Вот моя визитка. Возьмите. Скажите господину Жуань, чтобы он нашел меня, когда вернется. Я помогу ему. Неважно, что случилось. Не волнуйтесь. Бабушка, пожалуйста, передайте мое сообщение. Не волнуйтесь, я сразу же ему скажу. Большое вам спасибо. Господин Лин Фэн, вы искали меня? Господин Уилсон из Германии прибыл в Шанхай. Во второй половине дня он проведет лекцию в центре Шасюнь. Это уникальная возможность, поэтому я надеюсь, ты сможешь прийти. Правда? Господин Уилсон из Германии, известный специалист по радиосвязи. Какой потрясающий шанс, я обязательно приду. Вот входной билет. Возьми. Спасибо, тогда я пойду. Ах да, Анянь.
Я слышал, ты принесла мне немного пирожных пару дней назад. Как жаль, у меня не получилось их попробовать. Но все равно спасибо, наверняка они были очень вкусными. Не волнуйтесь, когда будет возможность, принесу еще. А когда она будет? Если господин Линьфэн не возражает, то в ближайшее время. Мне нужно по делам. Хорошо. Господин Уилсон наконец приезжает в Шанхай. Это так круто, мы обязательно должны попасть на его лекцию сегодня. Да. Чуанянь, Чуанянь, ты слышала? Господин Уилсон прочитает лекцию в центре Шасюнь. Да, у меня уже есть билет, спасибо. Не за что. Центр Шасюнь, лекция? Божечки! Известный драматург Хун Шэнь устраивает прием! Сяо Я! Сяо Я! Сяо Я! Скорее принеси мне платье, которое мне подарил посол Ян! Я должна выглядеть великолепно! Президент, до сих пор нет новостей о Жуаньбине. Отзови всех людей, охраняющих его дом. Жуаньбинь примерный сын, он непременно вернется. Да, я понял. Президент, у меня есть информация касательно центра Шасюнь. Та девушка, госпожа Анянь, придет туда в ближайшее время, чтобы послушать лекцию. Идем. Возьми. Тянь-тянь, почему ты здесь? Чтобы послушать лекцию господина Уилсона, а ты? Драматург Хун Шэнь приехал в Шанхай. Я здесь, чтобы посетить его прием. Хочешь пойти со мной? Нет, я в этом не разбираюсь, но все равно спасибо. Поможешь мне купить билет? Мне нужно поправить макияж. Хорошо, я куплю. Не поднимите. Простите, вы подруга Чуанянь? Ну, я все не так. Если я вот так уйду, секрет Анянь может раскрыться. Я должна подойти. Тянь-тянь! Чуанянь? Я здесь. Президент Жэнь, я уже ответила на ваши вопросы. Вы не должны были приходить сюда, чтобы найти меня. Так как я уже здесь, может, представишь меня своему другу? Меня зовут Жуань Цинтянь. Здравствуйте, меня зовут Жуань Цинтянь. Будем надеяться, он не догадается. Уже июнь. Он все еще как ребенок делает все, что вздумается. Не знаю, в Бэйпине все так же или нет.
Достаточно ли Жуань Бинь взял одежды? Спокойно. Намо Амитабха. Здравствуйте, госпожа Жуань. Госпожа Чу, у нас еще остались неразрешенные вопросы. Президент Жень, я сейчас иду на лекцию господина Уилсона в центр Шасюнь. До свидания. Хорошо. Иди. А я собираюсь на прием господина Хуншень. Мне тоже нужно идти. Хорошо, проходите. Все уже началось? Почему здесь никого нет? Я пришла первой. Странно. Почему здесь никого нет? Дай пройти! Разве ты не собиралась на лекцию господина Уилсона? Да. Наверное, она в другом зале. Нет, она прямо здесь. Если не веришь, посмотри на свой билет. Тогда почему здесь никого нет? Неужели ты... Конечно, это был я. Это, безусловно, был я. Я отправил господина Уилсона провести лекцию где-нибудь еще. Эти люди действительно хотят узнать больше о радио, тебе это не нужно. Ты и так знаешь. А вот тебе нужен хирург, чтобы отрезать твои уши. Жень Хаомин! Не слишком ли ты увлекся? Я не собираюсь с тобой говорить. Ты даже не пытаешься выслушать. Не поможешь найти его, то поверь, я могу увлечься еще больше. Президент Жень, могу я задать вопрос? Если я скажу, что не могу найти этого человека, и что не знаю, кто он, то убьешь меня? Тогда могу я задать вопрос? Какой? Если бы одного из членов твоей семьи убили, что бы ты сделала? Я думаю, что моя семья толерантно отнесется к этому. Люди говорят, помирись с врагом, легче жить потом. Вот как? Толерантно, да? Тогда приведи меня к этому человеку. Не хочу! Что сказала? Я имею в виду, у меня разболелся живот. Могу ли я пойти в уборную? Уверяю тебя. У меня есть множество способов заставить тебя привести меня к нему. Не провоцируй. Ты... Хочешь проверить? Пошли. Эй! Госпожа, прием господина Хуншеня еще не закончился. Также, если у вас есть вопросы, вы можете задать их после. Почему уходите? Чувствую себя не в своей тарелке. Лучше пойду домой. Да, конечно. Почему мое сердце так бьется? Из-за того, что наткнулась на Жень Хаумина? Тянь-тянь! Тянь-тянь! Прием драматурга закончился так рано? Не хотелось оставаться. Я собиралась найти Анянь. Анянь, твоя мама сказала, что она приготовила много вкусной еды, и ты должна поспешить домой. Хорошо, что ты напомнила. Президент Жень, тогда мы можем идти? Каждый в свой собственный дом, к своим матерям. Хорошо, тогда я отведу вас обеих домой. Как могу позволить госпоже Жень идти домой в одиночку? Госпожа Чу, вы тоже пойдете? Прошу сюда. Thank you.
Все нормально, пошли. Почему смотрите на меня, как на злое чудовище? Это не так. Тянь-тянь, уже довольно поздно. Ты должна поспешить домой. Скажи бабушке, что я загляну к ней в другой раз. Да-да, я пойду тогда. Я провожу. Стоять. Я попрошу Адуна доставить вас домой. Нет необходимости, мой дом совсем рядом. В самом деле? Девушке сложно носить такие высокие каблуки. Небезопасно ходить. Госпожа Жуань может пойти домой сама, все в порядке. Да, я тогда пойду. Осторожнее! Будь осторожна! Я тоже пойду. Поговорим завтра. Пока! Что ты делаешь? Что с твоей подругой? Когда она сидела в машине, сильно нервничала, аж лицо дергалось. Взгляни на себя, твое лицо тоже начинает подергиваться. Что не так? Что делать, если Тянь-Тянь попадется? Боже, прошу, помоги нам. Ну что такое? Как только я вышла из дома, наткнулась на Жень Хаумина. Я даже столкнулась с ним, когда пыталась вернуться домой. Еще и дождь собирается. Я не смогу вернуться домой. Сяо Я, ты меня искала, да? Да, госпожа, не простудитесь, на улице холодно. Мама там? Скажи, что как только мой друг уйдет, я зайду внутрь. Хорошо, я сейчас передам ей. Президент, уже так поздно и на улице холодно. Вам стоит вернуться домой. Если моя мама узнает, что я стою здесь с мужчиной, она не одобрит это. Да что ты задумал? Я уже на пороге своего дома. Собираешься похитить меня, что ли? Предупреждаю, лучше не делай ничего странного. А я сделаю. Господин! Господин! Это не твое дело. Ты поступаешь некрасиво. Это мой дом. Ты не можешь вламываться сюда, когда вздумается. Разве ты не видишь, какой дождь? Собираешься выгнать гостей из дома в такой ливень? Какой еще ливень? Пока мы стояли там, все и так было понятно. Ты не слышала? Будь внимательнее, или уши отрежу. Ты сказала, твоя мать приготовила ужин? Отлично, пойду посмотрю. Моя мама... Она не хочет встречаться с тобой. Заканчивай эту комедию. Чуанянь, твои родители в Суматре. И каждый раз, когда ты лжешь, твое лицо краснеет. Ну, я понимаю, ты одна в Шанхае. Если не придумаешь отмазку, не сможешь себя обезопасить. Это ты придумываешь отмазки, чтобы обезопасить себя. Я здесь не для того, чтобы припираться. Я здесь, чтобы обсудить с тобой того мужчину. В любом случае, сегодня у меня есть время. Послушай. Если не расскажешь мне, то сегодня я никуда не уйду. И да. Я не привык говорить на пустой желудок. Скажи своей прислуге приготовить риса. Ты сумасшедший! Сама такая. Прислуга. Приготовь ужин. Иди.
Моя дорогая Тянь-Тянь, наконец-то ты вернулась. Тут так холодно, ты, должно быть, еще не ела. Бабушка, о, это ты, Ань-Ань. Тянь-Тянь не с тобой? Нет. Так холодно, заходи скорее. Тянь-Тянь не сказала тебе, когда вернется. Идем внутрь, не сказала? Ох уж этот ребенок. Твоему повару стоит посетить несколько уроков кулинарии. Он сделал вид, что кухня Суматры – это китайская, а шанхайские блюда такие же, как индийские. Довольно занятно. Что мне делать? Президент, послушайте. Если нам есть что обсудить, давайте поговорим об этом завтра. У меня был тяжелый день. И я очень устала. Две чашки кофе. Две чашки кофе. Сяоя, две чашки кофе. Да, госпожа. Тянь-Тянь сегодня помогает в моем доме. Она боялась, что вы останетесь одна. И поэтому я побуду с вами вместо нее. Возможно, она вернется домой только через пару дней. Конечно. Ты ведь так много сделала для Тянь-Тянь. Она тоже должна тебе помочь. Госпожа Чу, я заказал эту чашку кофе для вас. А! Говоришь так, будто это твой дом. Вообще-то я подхожу на роль владельца этого дома больше, чем ты. Может, я пришлю тебе завтра чек, и это место будет моим? Не вопрос. Если согласна, это значит, купи одно, получи второе бесплатно. Второе бесплатно? Да. Первое — дом, второе — ты. Ты... Допивай кофе. Почему ты пьешь кофе как мужик? Обычно мужчины так пьют вино. Можешь делать это более грациозно, как девушка? Эй, ты в своем уме? Как изящно я пью свой кофе, не твое дело. Заканчивай и уходи. Знаешь, почему я попросил тебя выпить кофе? Ну и почему же? Хотел проявить заботу? Ошибаешься. Хотел, чтобы ты взбодрилась. Так что мы сможем беседовать всю ночь. Какого? Целую ночь? Да. Ты же любишь тратить чужое время? Одной не хватит, добавим еще несколько. Ну же, скажи мне, кто тут мужчина? Свихнуться можно! Уходи давай! Проваливай отсюда! Ты ненормальный? А? Я должен уехать. Я не могу больше здесь находиться. К счастью, я сохранил немного денег. Президент Жень, я только что солгала вам. Мне очень жаль. Моей мамы действительно нет дома, поэтому я хочу извиниться. Простите. Все, извинения закончены. Теперь я признаюсь. Я устала, а кофе не смогло придать мне сил. Я иду спать. Я иду спать! Хорошо, вали. Почему он так спокоен? Ну и ладно, просто пойду спать. Если я уйду, он будет в бешенстве. И тогда сам уйдет.
Сяоя. Иду. Хочу задать тебе вопрос. Часто ли госпожа Жуань приходит к госпоже Чу? Наша госпожа не говорила об этом. Это твоя хозяйка приказала тебе молчать? Нет, но... Расслабься, мы все, я, твоя хозяйка, Жэнь Сяо Сяо и госпожа Жуань, хорошие друзья. Твоя хозяйка, госпожа Жуань. Я не хотела. Не хотела? Ты сделала это специально. Что, кино насмотрелась? Может, даже в кинотеатре моей семьи? О чем ты говоришь? Что я говорю? Не понимаешь, о чем я? Ох ты. Ты... Послушай, я очень консервативный человек. Ненавижу доступных девушек. Я? Я доступная? Я доступная? Это ты! Ты первый! Ты первый! Я что? Ты первый! Я первый что? Хватит показывать народ. Я первый что? Да плевать, ты первый начал! Что ты имеешь в виду? Я с тобой не разговариваю! Отлично, ну и вали. Иди отдохни. Скажи мне, в какое кафе любит ходить госпожа Жуань, твоя хозяйка? Хватит! Президент, как вы можете расспрашивать людей об их секретах? Послушай, Сяоя ничего тебе не расскажет, так что можешь не стараться. Сяоя, иди отдыхать. Тебе завтра работать. Президент Жэнь, я уже сказала вам, что дом Чу собирается спать. Не хотите вернуться домой? Знаешь, о чем я думаю? То, о чем вы думаете, меня не касается. Возвращайтесь домой сейчас. О том, что ты сказала. Что? Секреты. Эй, президент Жэнь, прекратите расспрашивать людей об их секретах. Этот вопрос тайна, поэтому ты не говоришь. Ты знаешь, где встретились Жэнь Сяо Сяо и тот мужчина? Или ты даже была там, где они встретились? Президент Жэнь, если просуммировать все мои ответы на ваши вопросы, мой ответ – не знаю. Я не знаю, не знаю. Не важно, что вы спросите, мой ответ всегда будет одинаков. Не скажу, не знаю. Нет. Но это не значит, что ты не знаешь, где они встретились. Нет. Жэнь Хаомин, ты исковеркал мои же слова. Оставь меня в покое. В любом случае, я сказала, что ничего не знаю. Я отказываюсь говорить с тобой, я уже запуталась. Это не твой дом. Может, уйдешь к себе, а? Ты что, собираешься мучить меня до смерти? Позволь мне придумать более интересные способы умереть. Я готова попробовать. Я обязательно оправдаю твои ожидания. Не торопись. Спокойной ночи! Спокойной ночи! Как раздражает! Брат, я не хвастаюсь. Брат, правда. Если пойдешь со мной, будет возможность вкусно поесть и хорошенько выпить. А? Быстрее идем. Я не могу вляпаться в неприятности. Я не должен потерять свою семью. Жизнь важнее. Он принадлежит Сяо Сяо, я должен сохранить его. Идем. Давай. Что мне делать? Он не собирается уходить?
наряд неплох. И у него даже есть часики. Почему я слышу поток воды? Он включил кран? Может, это для того, чтобы заглушить разговор с Сяо Я? Но я не слышу разговора. А Сяо Я уже спит. Ты правда очень странная. Рядом стоит кровать, но ты спишь на диване. Значит, это кровать для меня? Спасибо. Эй, ты не можешь здесь спать! Почему? Ты устала, и я устал. Получается, ты будешь спать, а я нет? Разве это нормально? Послушай, внизу есть диваны, ты можешь спать там, а не на моей кровати. Я не такой чудак, как ты. Я сплю только на кровати. И я уже принял душ. Так что иду спать. Ты не можешь здесь спать! Это кровать Чуанянь! Я знаю, что это твоя кровать. Тебе не нужно постоянно напоминать. Эти приемы не сработают. Двинься. Вставай! Вставай! Это кровать Чуанянь! Кстати, я привык спать один. Даже не мечтай о том, что будешь спать рядом. Кто это мечтает рядом с тобой спать, ненормальный? Хорошо, этот ненормальный человек собирается спать. Можешь идти. Сумасшедший! Ненормальный человек хочет поспать. Вали отсюда. Взять это. Уходим. Нет! Отпустите! Не надо! Нет! Нет! Не надо! Нет! 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 Вы не можете! Папа! Папа! Как хорошо, что это был сон. Интересно, ушел ли этот парень? Брэдли. Открывай. Брэдли, выглядит неплохо, не правда ли? Брэдли, что? Почему? Брэдли! Потушите огонь. Он слишком сильный. Мы не можем спасти все. Уходим.
Сяо-сяо. Не покидай меня. Старший брат был неправ. Останься со мной. Я сделаю все, что скажешь. Я не могу без тебя. Сяо-сяо. Где же ты? Все хорошо. Все хорошо. Спи спокойно. Спи. Сяо-сяо. Сяо-сяо, не оставляй меня. Не уходи. Не бросай брата. Идем домой. Домой, Сяо-сяо. Что Жень Хаомин такой чувствительный человек. Должно быть, что-то задело его до глубины души. Завтра я обязательно найду Аняни и выясню, что случилось с его младшей сестрой. Посмотрим, смогу ли я помочь ему. Субтитры сделал DimaTorzok.